нормально ушили. Чья-то рука. Наполовину. Обрезала и все. А сейчас все вываливается. Ну, хитрость. Сегодня интересно. Это кто-то прошел тут. Я еще не ходил туда. Задает один вопрос Сергей. Как ваше мнение насчет долгов? То есть человек или залез, или готов залезть. А там узнают, дают и все. По этой теме работает Загуляева Наташа в банке. Они узнают состояние человека, может ли он сбежать, где его найти, высчитывают под что-то. А если ты не заплатишь, я заплачу. Ну, бывает, не заплатишь, его уговаривают взять. И то под проценты. Вот так же придумали. Ипотека. Это тоже долг. Ну, квартиру надо покупать, ипотека. Что такое ипотека? Это долг. Какой? 12%. 20%. Международный банк дает по 20%. 5 лет проходит, подлетели в 2 раза больше. В 2 раза больше. 5 лет 20. Я говорю, написан, должник делается рабом взаимодавца. То есть ты взял, а отдавать нечем. А они говорят заранее, если нет, то значит квартиры, как правило, квартиры. А если квартиры нет, еще под что-то там, ну, чтобы им вернуть свое с прибытком в проценты. Я говорю, никогда нельзя в долг брать. Это очень вредно. Ты делаешься рабом взаимодавца, рабом. И умолять бесполезно. В Хабаровске случилось наводнение. Видите, как всегда, в долг берут. Америка вся в долгах живет. Все время в долг берут. Но платить надо, когда рассчитывается, под 50 лет. Уже дети рассчитываются в 2-3 раза больше. Уже 3 дома было бы. Я у них был, и мне это архиепископ Антоний Сенкевич говорил. Бог и глупый народ. Мы в долг никогда не брали. Если брали, то без процентов. Вот Муаммар Каддафи, Ливия, он все сумел провести этот закон. Банкиры не имеют права брать процентов. А если он под проценты дает, расстрел. Все, еврейская лавочка кончилась. Это они в основном все придумали. Банки, банкиры, это евреи, 100%. Зачем же вы лезли туда? Евреи придумали, пусть они берут друг у друга в долг. А у них закон. Другому иноплеменнику ты доллар можешь давать, а своему не можешь под проценты. А ему какая выгода? Ну, выгода та, что когда не заплатил, а должен отдать, вот так, никаких процентов. На эту стоимость, как правило, квартира. Помните кино Иеремия? Отца невесты его забирают, посадили, и на седьмой год придет домой. Будет там работать. Они говорят, дай невесту, дочь твою, тогда рассчитаешься, они ее прячут, тогда ты будешь в рабах. Он должен работать. Седьмой год он был для всех. Иногда так, на 7 лет, а бывает человек, ну, сказали, амнистия в 20-м году будет. А остается это 17-й, я буду давать только 4 года, 7 лет. И смотри, не сделать так, чтобы ожесточиться и не дать. Скоро амнистия, а еще буду давать тогда. Долг погасится. То есть Библия все это предусмотрела. Священное Писание говорит, не будьте должны никому ничем, кроме взаимной любви. Не будьте должны, ты должен, ты в долг лезешь. Это запрещено Священным Писанием. Из-под тебя заберут постель, жену, квартиру, все заберут. И мы это внесли в устав деревни Потеряевки. В долг никто не имеет права брать. Это чужой человек, он отлучен будет. Не брать. Берут, у нас кто-нибудь есть такие, в городе есть, здесь нету. Вот у нас сейчас будет Нина Филонова, город Осинники. Я так и не понял, это у нее племянница или дочь. Я падаю, не могу, с палочкой боюсь ходить, упаду, и тут долги. Она брала, меняла, какое-то она предпринимательство там открыла, а товаров не хватает, то ли швейная мастерская. Я не знаю, много говорить нельзя, но она болящая, тут больше говорила. 2 минут. Теперь она снова, я ей помогла рассчитаться. То есть она ухаживала за Хомутовым и отцом Сергием, а он фронтовик, там раненый, у него очень хорошая была пенсия. И это ей оставалось, она сумела помочь ей рассчитаться.
А теперь она снова взяла в долг. Старую машину продала, новую купила. 600 тысяч. Я подошел. Видимо, под квартиру. Я сказала, при мне, пока я живая, квартира будет за дальше, как хотите. Как хотите. А за это ты тоже отвечать будешь. Ты должна распорядиться, квартиру отправить на небо. Передать через ангелов. Она сейчас только мне звонила. И вот интересно, о долге я не думал. Утром сегодня по интернету вопрос, сейчас ответ. Я думаю, чёрт, я ему ответил. Он, ну бывает крайняя нужда. Ну какая, я живу на этой же земле. У нас стипендия была 26 рублей. 6 рублей за квартиру, 20 остается мне. Что это 20 означает-то? Когда минимальный заработок был 76 рублей, это 26. Но я должен жить, бежать кому-то работать, помогать. Но ни рубля, ни разу нигде не занимал. Я просто рассуждал. Если я займу, а у меня 26, то я с первого же дня должен отдать, мы договорились. У меня остается опять 6 рублей вместо 20. Я опять должен занимать. Этому конца края никогда не будет. Никогда, нигде, ничего не занимай. Дай то, я тебе отдам. Обойдись. Пока. А дальше будет видно. Питание есть, сегодня поели. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Господь предусмотрел это. Никому ничем. Какая взаимная любовь? Тебе любовь оказали, ты покажи любовь. А какая любовь? Ну, любовь в том, что тебе было оказано, так и в этом. Я просил, Никита, посчитать, сколько дней работал у Виктора по часам. Да, данные, дай мне. Нету данных еще. Так, Сергей. Нету данных еще. Ну, сделай данные. Сядь, проверь, какого числа приехал, ты это знаешь. Дальше, выкинь выходные, не работал. В субботу работал или нет? Ну, примерно там день-два-три, так это день-два часы. Володя точно подвел итог, а я, говорит, не работал. Ну, не работал у него, узнать можно. Во-первых, дневники надо вести. А во-вторых, ты так прикинь, сядь на график, посмотри, сколько. Сколько должен. Ты ему помогал бесплатно. Но это, говорит, он любой показал, ничем не должен, кроме взаимной любви. Это единственное, чем ты должником делаешься. То есть, при случае я столько же времени тебя отработаю. Это любовь показана была. Я правильно понимаю, нет? Не бесплатно, я им оплачу. Не надо платить. Ну как не надо? Ну, это твое дело. По совести я... должно быть. Видите как? Мы бы работали, есть твоя работа. Ну, допустим, приехал Демченко, Галиндухин, он уже не один день там работал. И не за деньги. Пошли помочь брату, оказать любовь. А как? Человека приглашает за стол, он говорит, да я и не... Ну, окажите любовь. Окажите любовь. Это означает, когда я к тебе приеду, ты меня тоже пригласишь, и окажите любовь. Писание-то какое? Как оно все это предусмотрело? И вот это самое, взаимная любовь. А любовь не может сделать тебя рабом, взаимодавца. Потому что это была любовь. Никому ничем, кроме... То есть, это любовь, это долг. Не будьте ничем, то есть должен любовью. Так или нет? Что-то молчите. Ну, я написано так, так, нет? Написано так. Так она... написано. И написано, и так надо воплощать. Дальше я уже не буду говорить, а так другое вместе будет сказано. Если к тебе обращаются за помощью, то шанс, если до этого было отказать, то в данном случае его нету. Почему долг пришел? Сейчас вот человек должен, а ему там пенсия идет или что-то. А его не спрашивают, сразу отчисляют и переводят тому. Человека посадили в тюрьму, он сидит в лагере, работает. И у него отчисления идут, потому что назначили потерпевшему, чтобы он столько заплатил. И поэтому на работе он там постарается поскорее, или родственники помогут, чтобы у него было что на дачку, что-то купить в буфете. Никому ничем, кроме единственное, где ты можешь быть должен, тем, что есть. Я не мог, времени у меня нету, но если ты должен, отговорки все проще. Они не могут участвовать, потому что это долг, а долг платежом красен. И на будущее имейте это в виду. Человек только нуждается, а ты стараешься узнать, а нуждается где-то в чем-то или нет. И именно в этом. Если это лично для тебя.
все у меня о должниках, нужно быть очень и очень осторожным. В долг не лезьте. А уже, если это для общего дела, то тут и рассуждать не надо по общему делу, где нужно помочь, компенсировать, увидеть. Все у меня по долгам. Вопросы? Нет вопросов. Так, кто там работал еще, напишите все и покажите мне. Мне нужно узнать, сколько дней, сколько часов. И поблагодарить Бога, что такие братья у нас бесплатно работали. Надо реально увидеть, что это и как. Все у меня. Я продолжу в воскресенье эту тему.